для того, чтобы экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, та инвестиционная привлекательность, которая сегодня есть в нашем регионе, была известна и понятна нашим партнерам по странам АТР, для того, чтобы мы могли разрабатывать стратегии, которые, в общем-то, сегодня важны для России, для Приморского края, который является форпостом России на Дальнем Востоке. Это та площадка, где будут реализованы многие проекты.